Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня вы видите, я в такой шапочке модной. Это по тематике Новый год. Если вы смотрели прошлое видео, то вы знаете, почему у меня такая шапочка и откуда. А если нет, то посмотрите обязательно прошлое видео. А сейчас вам хочу показать приятную покупку. Я зашла в магазин Samsung Pharma. Это такая аптека. Там я купила капельки, сейчас я их покажу. Вот. Это называется Атривин, вот тут детям, ну, детский. Такой вот коробочки синенькой. Вот тут вот написано что-то там 10 миллилитров, что ли. Ну, тут по-английски, если кто-то разбирается. Так, сейчас. И вот что мне дали за вот этот Атривин, такая крутая сумочка, или я уже не помню. А, да, это вроде сейчас. Это сумочка или какая-то там аптечка. Или, оказывается, это такая косметичка, она такая прикольная. Вот тут даже написан логотип Атривин. Вот. Она такая сама, как, наверное, такая серебряная. Ну, конечно, это, наверное, не блестящая она. Он такой красивый цвет, он так переливается немного. Ну вот, вот так вот она сейчас... Она работает вот так вот. Механизм, она застегивается, расстегивается. Как я поняла, она вот так вот сейчас мы берем для примера. Вот, вот так вот расширяем ее. Она такая становится глубокая. Сейчас я ее пич. О, готова. Ой, куда? Вот она такая красивая. Как я понимаю, если вы можете, например, кому-то в гости идти, ну, и вы взяли там похвастаться своей подруге, вы можете его вот так вот нести. Кстати, а вот я сейчас заметила, что вот можно, если вы едете куда-нибудь в путешествие, собрать нехилую такую сумочку, вот положить туда всякие Атривины, там капли, вот это капли нос Атривин. Вот такие вот. Ой, я вам сейчас покажу Атривин. Вот. Сейчас вам покажу, ну, как сами капли выглядят. В принципе, вы могли бы вот их сейчас я покажу, вот так вот открыть, ну, по-обычному. Так, здесь вот информация, ну, как инструкция, там все сказано. Ну, я, наверное, это читать не буду, вы можете купить такие капли, прочитать там, где их сделали. Вот такие капельки, вот крышечка, вот так вот. Я, конечно, не буду сейчас пшикать, но вот они вот так вот, чик-чик. Вот тут написано Атривин, такие капельки. Капли в нос. Давайте вот их положим. Вот я просто думаю, много ли тут места? Вот посмотрите, здесь много места. Вы можете еще зеленку, там, не знаю, какие-нибудь бинтики положить. Ну или помаду. Я не знаю, для чего вы будете это использовать, но мне очень понравилось. Это такая косметичка. Но я, наверное, буду ее под капельки использовать. Сейчас вам хочу рассказать, вот сколько вот эти капельки стоили. Сейчас надо посмотреть. Так. Так, вот тут показана цена. Вот. Вы можете приобрести такие капельки. Не, ну, в принципе, хорошие, я им пользовалась уже. Вот тут, кстати, вот на застежке уже это показано, ну, Атривин тоже написано. Видите, вот сейчас. Вам, наверное, не видно. Вот, смотрите, вот. Ну, в принципе, даже очень хорошая косметичка или, ну, мини-аптечка, я не знаю, как вы это назовете. Ну, пакетик тоже хороший, удобный. Что я хочу сказать вот по поводу этих капелек. Они, в принципе, надолго их хватает там. Они по цене очень хорошие там. У них скидки иногда бывают. Сумочка такая. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока! Пока!